Дела, новости про деньги в эфире. Итак, мэрия все-таки сэкономит 1,5 миллиона рублей. Именно столько стоил бы ремонт туалета в стиле неоклассицизма. Заказ разместили городские чиновники на сайте госзакупок. И напомним, заказ появился еще на прошлой неделе. По проекту дизайнеров в 10-местном туалете в администрации города на Маркса должен был появиться итальянский керамогранит, плитка с цветочными узорами, недешевые двери, натяжные потолки и новая сантехника. Начальную стоимость проекта в стиле неоклассицизма оценили в 1 миллион 600 тысяч. Слух о таком клозете быстро разлетелся по интернету, где даже приводились мнения экспертов на тему обоснованности столь серьезных вложений в туалет. В дело вмешался глава города, и, как пишет сегодня портал Дела.ру, Эдхам Акбулатов поручил пересмотреть смету и проработать более дешевый вариант ремонта. Насколько будет уменьшена смета, в администрации пока не говорят.